У сериала «Зимородок» будет второй сезон. Но это не удивительно, учитывая рейтинг, что они сделают второй сезон. Между Феритом и Сейран будет любовная сцена, так называемый в Турции хильвет, которая не закончится поцелуем в щеку, и Сейран забеременеет. Но, конечно, когда это случится, неизвестно. У Пелин будет попытка самоубийства. Когда ее родители узнают об этом, они сразу же приедут и заберут Пелин с собой в Измир. Турецкие фаны считают, что у Сейран и родителей Пелин состоится разговор, где Сейран расскажет, какую они бесчестную дочь вырастили, что она, не стыдясь, встречается с женатым мужчиной. Скоро сцены с Пелин будут сокращаться, но полностью первый сезон она не покинет. В 23 серии мы увидим сближение Сейран и Ферита, снова будет сцена объятий, и первый шаг сделает Ферит. За особняк, в котором снимается рейтинговый сериал «Зимородок», компания OK Pictures ежемесячно выплачивает 600 тысяч турецких лир. Он находится в Бёйлербее и принадлежит влиятельной, очень богатой семье Сабанджи. В особняке есть столовая на 25 персон. Самое главное, что все вырученные деньги в прошлом году и в нынешнем семья Сабанджи жертвует на благотворительность, в ассоциацию помощи детям-инвалидам.